Мектас Карымова работает в этом центре более 10 лет. Основная деятельность – оформление сцен и изобразительное искусство. Он с детства увлекался рисованием. Его произведения нашли положительные отклики на многих выставках. Я чту казахские национальные традиции, часто работаю в этом направлении. В этом году отремонтируют центр, и на всех этих стенах будут изображены мои рисунки. Мне нравится делать внутренние отделочные работы. В рамках программы АО Елбесыгы на ремонт Дома культуры из республиканского и областного бюджета выделено 283 миллиона тенге. В результате полностью заменены крыша, пол, отреставрирован зрительный зал. Всего по району 18 домов культуры. Из них 8 негосударственных, 10 государственных. К сожалению, 5 находятся в аварийном состоянии, а остальные 5 находятся на обслуживании. Ремонт аварийных домов культуры оставим на 2023 год. Если в программу влезет, то сразу же приступим к работе. Также в рамках госпрограммы отремонтированы улицы в районном центре. Так, в прошлом году было восстановлено 15 улиц общей протяженностью 12 километров. В этом году начат ремонт дорожного полотна в направлении села Новоселовка. На эти цели из бюджета предусмотрено 63 миллиона тенге. Камшат Акишев, Абзал Балтабаев, Медет Кайркенов, Жамбыл Балтаев, Кокшакпарат.